городе ничто не переходит из рук в руки без ведома Басса. Он говорит, что у него дар. С высоты своего опыта вынужден согласиться. Может, отправимся в Бурик? Сейчас. Может, моча, которую там подают, смоет вкус баланды? Плохие времена. Ты мне еще понадобишься. А пока я прошу не отвлекать меня. Надежда! Город сгнил. Теперь там мрак, голод и пустые бароновы обещания. Что дал нам Нордкрест, а? Индустриальную революцию? Эпоху прогресса по цене людских хочешь жизней? Хочешь пополнить запасы? Орион предупреждал, что нашим друзьям пустит кровь стража. Предупреждал, что наших родных забросят в ямы к мрачникам. Он знал, что город на краю гибели. Однако озаренные если не дадут ему умереть, друзья. Я продаю. Орион не позволит вам сгнить. Барону ничего не нужно, кроме его машин. Плевать он хотел на плоть и кровь. Орион понимает вас. Орион может принести перемены, если вы встанете на его путь. У меня есть товар для темных дел.
Для тебя здесь всегда открыто. Спрячь меня! Да? Зачем? Пришлось отнести брошь Берту. Копско-купе. Ломбар? Это не самое ужасное. Пришлось зайти в переулок по малой нужде. И тут я случайно уронил брошку в канализацию. Чтобы платить мрак, прежде чем она поймает тебя. Товары для воров по грабительским ценам. Я не думал, что пить страну. Ты что это будет за жизнь? Их ведь не пускают в буре. Два слова. Халявные напитки. Так это же кофе. Кофе, блин. Мужик не может выжить на одном кофе. Ну ладно, тогда давай еще по одной. Нет, так нет. Жрать хочу. Одаривая бродяг. Он говорил с тобой? Да! Разбудил меня, потому что я отключился намертво в канаве. Так что он сказал? Я испугался и чуть не зарядил ему с ноги. Сказал, что это было ужасно, то, что мрак забрал он моих родных. Он знает тебя? Да он всех знает. Это правда. Сама королева попрошаек слушала мои россказни. Ну, хоть кто-то пожелал. А я думал, что мрак ее давно прибрал. Да не, она любую чуму переживет. 100 лет ее не видел. Не поделилась с тобой какой-нибудь мудростью? Сказала, буря рассеется и все встанет на свои места, как фигуры на шахматной доске. Как-то красиво сказала. Надо бы найти укрытие. Кажется, ты чего-то хочешь. В чем дело? Как мило. Давай вместе выпьем чаю.
Сегодня сниму девку, чтобы спела мне колыбельную. Дамочки на меня чаще смотрят. Говорил с Баландой. Говори уже, гадать не собираюсь. Стража пришла за этим психом, озаренным Джейкобом. Он поди сопротивлялся. Можно и так сказать. Против Джейкоба было трое стражников. Двоих положил и сломал им кости, прежде чем убежать. Вот дает. С этими озаренными шутки плохи. Машины не так заметны, как люди. Надо быть осторожнее. Что-то мне...
Вон, стоять! Здоров! Машины не так заметны, как люди. Надо быть осторожнее. Какая тут жуткая вонь. Горячий кофе сейчас бы не помешал. Каждую ночь один и тот же кошмар.
Мне кажется, я слишком заносила это платье. Что люди подумают? Надо бы еще. Я заболеваю. Я это чувствую.
могло быть и хуже. Но я не знаю, как. Я на подготовке бумаги. Я убрал его в один шкафчик. Какой? Не помню. Я записал его номер в кармане. Сообщи миссис Мондерс. Она отвечает за сейфы. Такими темпами я от мрака сдохну, а не в бою. Говорят, Саутра и прежний менеджер недавно умер. Правда? Очень жаль. Он мне нравился. Славный малый, но более мягкий, чем Мондерс. Выходит, у моей сестры мрак. Вот ужас. Ты же с ней не знаком, да? Плохие.
происходит? Что там такое? Плохие времена. Зря я объелся вчера. Напряжение в воздухе. Что теперь? Я не знаю. Сходи, посмотри. Зря я...